Сорокоринское сельское поселение включает в себя 17 деревень, считается одним из самых больших в Рославском районе. В последнее время как-то стало преображаться и обновляться. В деревнях появляется все больше молодежи и детей. Молодежи очень много, да. Потому что, во-первых, у них тут появляется работа. Возьмем, к примеру, наш вот новый открытый цех по разливу воды. Пожалуйста, новые рабочие места. Люди приезжают, им есть за что здесь держаться, ради чего здесь работать. Молодежь активная и деятельная. Об этом свидетельствуют не только улучшение инфраструктуры поселения, но и праздники, которые проходят на площади перед Домом культуры. Они больше детские, веселые, шумные, с аниматорами и ростовыми куклами. Дети заполняют все пространство, восторгу нет предела. А взрослые с удовольствием наблюдают за их радостными играми. Да, весело здесь. Хорошо, аниматоры приехали. Спасибо за праздник. Праздники собирают не только жители поселения, но и гостей из Десногорска, Смоленска и Брянска. Радует то, что все-таки село у нас возрождается. Все-таки радует то, что заботится руководство, что стараются, работают, что столько на таком уровне это все проведено, что эмоции превышают все. И хочется сказать спасибо тем, кто это организовывает, за такую большую, огромную работу. Глава поселения сам молодой, вырос в Сорокорении, закончил высшее учебное заведение и вернулся в родные края. Собрал вокруг себя команду молодых и активных единомышленников, чтобы совместно решать проблемы и поднимать родные деревни. Совместно со своими друзьями, потому что друзей очень много, все молодые, и мы хотим это как бы наше сельское поселение поднять, восстановить. Ну вот уже так приходится на традицию на это все возродить. Теперь на календаре Российской Федерации в сельском поселении Сорокоринском Рославского района Смоленской области будет День молодежи Сорокоринского сельского поселения. Это же круто, это же молодежно, это же весело. За такими продвинутыми и инициативными молодыми людьми развитие села и будущее России в целом.